Привет, друзья! Вот уже несколько месяцев, как я не могу полноценно тренироваться. Самое, конечно, печальное, что я не могу делать приседы и тяги. Это та база, вокруг которой строилась, строится и будет строиться мой тренировочный процесс. Чего рекомендую и вам. Проблемы у меня возникли с моим врожденным синдромом WPW-синдром. Можете посмотреть в интернете, что это такое. Сейчас мне предстоит операция, но до которой еще, как до Китая раком, есть определенные сложности и трудности. Но надеюсь, что все это пройдет, и я снова смогу вернуться к полноценным тренировкам. Берегите, друзья, свое здоровье. Всегда смотрите на любое действие, которое вы производите, через призму сохранения и улучшения вашего здоровья. Все остальное вторично.